Вы даже не представляете, что вас ждет в очередном выпуске программы «Точка.ру». Рассказываю. Самарские видеоблогеры сняли ролик о том, как американцы относятся к русским. Сколько россиян не пользуются интернетом? Цифры внушительные. Новый сюрприз от создателей приложения «Призма». Это будет функция обработки видео. Очень ждем. Чей инстаграм-аккаунт назвали лучшим явлением русской культуры? Кто играет на гармошке пылесосом лучше всех? Все это и многое другое смотрите во вторник, 5 июля в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».